Всем привет, с вами Елена, и вы на канале Заказ USA. Сегодняшний обзор мой будет вот такой вот куртки, которую покупали на Амазоне. Это куртка на мальчика, бренд Nautica. Это американский бренд, который специализируется на производстве как детской, так и взрослой одежды. И часы производит. Очень классная куртка. Сейчас посмотрим, какой. Значит, размер это 3Т, то есть на 3 годика. Соответствует ли она заявленным размерам? Да, действительно, это куртка на мальчика 3 лет. Отлично, куртки такие приходили для школьников. Мне не нравится, так как они удлинены. Спереди два кармашка. Куртка темно-синего цвета. Вот такая вот. Очень красивый цвет. Отлично играет на солнце и на свету, соответственно. У нас прострочено вот такие вот декоративные есть как бы манжетики на кармашках, чтобы здесь не затиралась куртка. Кармашек у нас фиксируется вот такой вот кнопочкой. Очень легко открывается. Ткань у нас плащевочка, непромокаемая. Сама куртка у нас идет. Давайте посмотрим. Идет, значит, на змеечке полностью. От верха до низа у нас есть змеечка. Змеечка закрыта планочкой. Сама планочка застегивается, прячется змеечка еще под вот такие вот пуговички, ну вернее кнопочки. Змейка очень хорошо работает, очень удобно. Ничего не попадает при расстегивании змеечки. Вот она, вот такая вот куртка. Внутри у нас идет она на флисовой подкладочке. Рукава. В рукавах у нас подкладочка нейлоновая, видно так. У нас спинка флисовая и капюшончик. Здесь везде у нас спереди и внизу нейлончик. Вот он наш бренд. Есть возможность подписать тоже куртку ребенка. Это очень удобно для садика. Так что у нас здесь с рукавчиками. У нас рукавчики вот здесь вот, где внутренний шов получается, да, у нас они уплотнены. Это сделано для того, чтобы они не протирались и для того, чтобы вот здесь вот не так быстро пачкалось, да? Очень легко в использовании, можно протереть просто влажной тряпочкой, и она будет снова чистенькая. Легко стирается. Внутри у нас есть вот такой вот трикотажный вот манжетик. Манжетик мягенький, эластичный, он достаточно плотный, то есть не будет ребеночку задувать ни ветер, не будет ничего попадать, будет очень комфортно. А рукавчик сам не широкий, подойдет на мальчика, который даже худенький, не будет куртка висеть и телепаться. Так, флисовая подкладочка очень мягенькая, черного цвета, флисик хороший, видно, да, что он набит вот очень-очень прям так плотненько. Сам капюшончик. Капюшончик у нас не сильно глубокий, но он отлично закрывает шапочку. Не будет у ребенка на глазки падать. Вот, не будет некрасиво смотреться. Будет очень аккуратненько смотреться. Тоже флисовая подкладочка, мягенькая. Итак, что у нас сзади? Посмотрим. Значит, наполнитель у нас 100% синтепон. Вот такая вот у нас есть отделочка, везде декорирована. Также уплотненная вот такой вот плащевочкой. Так, что у нас еще? Сейчас посмотрим. Сейчас я за вам застегну змеечку и сделаем замеры куртки. Куртка действительно классная, будет теплая, отличная зимняя куртка. Давайте сделаем замеры. Итак, грудь у нас. Полуобхват груди 36 сантиметров, длина куртки. Длина 48, сам рукавчик наш. От плечика, если меряем, то 34, и внутренний шов у нас 23,5 сантиметра. Классная теплая куртка, ее можно носить от плюс 5 до минус 25, заявленный температурный режим. Многие, кто брали, очень довольны. Почему? Потому что действительно куртка неубиваемая, хватает не только на один год, так как есть возможность подвернуть вот так вот рукавчик. Многие подворачивают и ходят. Я, конечно, не любительница такого, но тем не менее многие так делают. Очень удобно, что кармашки застегиваются. Можно положить варежки ребенка, хотя они не очень глубокие, но все равно сюда влезут рукавички. Вот такая вот куртка. Вот у нас наполнитель, видно, что 100% полиэстер. Сама по себе она довольно плотная. Учитывая, что непромокающая ткань и флисовая подкладочка, она будет теплая и ребенок не замерзнет даже в морозы. У меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!